конечно, не звери, но это звери гальяны. Вот смотрите, кинули в это место, и тут такой крупный гальян. Причем он абсолютно не это самое, по-хамски хватает ее за блесну. Ну ладно, бедняга, блин. Все, пошел. Так что даже вот на эту блесну можно так и пожрать наловить. Быть, я не знаю. Так, все, они уже освоили способ сбивания камня просто моментально. Вот им кинули, и они подлетели толпой, сразу снесли камень, и появились чебаки. Все, можно кидать наверх, вон они. Наш процесс обучения, смотрите, что там творится. Вот. Шугаются сначала, а потом начинаются кидать. Резкого движения боятся. Надо то, которое не тонет, наверх кидать. Сухая есть, чтобы видно было. Кидай наверх. Ага. Ну, блин, она мокрая. Надо, чтобы они вылазили наверх. Нет, которая тонет плохо. Вот одна нормальная, блин, но она нет. Не туда ее понесло, ее в запруду, в эту, в залом. Надо вот туда он кинуть. Блин, все, уже сухое печенье. Мокрое, вернее. Ну, ладно. Вы, в общем, поняли, что рыба тут присутствует. Но скоро ее не будет, блин. Поэтому торопитесь хотя бы просто посмотреть. Плюс есть курсы выживания, да, кто там с запада, можете вон 5 дней заказать спокойно. Я вот сейчас только что меня человек прервал как раз с другого места, звонил, сказал, что тоже рыбалка прет. Ну там своя, другая, короче, на донке. Специфическая. На рыбу типа сазана, леща, карася. Ну, половинку. Сейчас. Вот, смотрим, что тут есть. Вот так вот. Сейчас они эти куски тиранить начнут. Не хотят. Чебаки не врубаются, короче. Для чебака или у них не сезон брать верхнюю приманку. Что-то они не поняли мысли, они тупо лазят по низу. Он туда я закинул. Во, вот там вот. Вода начинает кипеть, как будто пиранья просто. Вот. Когда много вот чебаков просто. Ну это надо кусок хлеба кидать. Ага, две. Чтоб видно было, как они эту булку пинают просто. Не, все, пока, сам кидай. Они тупо носом в землю, вот. Как говорится, с кем повел, вот кто-то увидел сверху. Тупо носом в землю. Ой! Не хотят никак менять свою эту ориентацию, короче. Во, вон там он пошел тонуть кусок. Ну, блин, вон они его пошли пинать. Все, запинали. Два пинают. Тут плохо, видно под углом, они так стремительно проносятся, что это. Картинка вся мимо. Не реагирует и все на верховую. Зато шугаются наших взмахов рук. Ну ладно. Вот такие вот пироги, короче. Все.